Зикое, арка елкьон, невзор елкьон, невпарка битьян самен, хававутьон, аменецон. Преображение Господне или Вартхавар – так называется один из пяти великих церковных праздников. В церкви Сурбсаркис города Лабинска собрались представители армянской диаспоры, чтобы отметить этот светлый день. Вартхавар – это армянский религиозный праздник. Отмечается он спустя 14 недель после Светлой Пасхи. В этот день люди обливают друг друга водой с лепестками роз, тем самым символизируя любовь, объединение и очищение. В водных сражениях принимают участие все, от мала до велика. Этот праздник у армян самый любимый, говорит председатель армянской общины Лабинского района. Сегодня мы собрались здесь, чтобы встретить наш армянский праздник, самый большой, который проходит летом. Вы видите, как резво играют дети, обливают друг друга водой. Праздник Вартхавар – один из самых любимых и почитаемых праздников. Сухим и равнодушным в этот веселый день никто не остается. Наибольшую радость такой обряд, естественно, приносит детворе, которая резвится от души. Я очень люблю этот праздник, потому что все веселятся, обливают себя водой. Вот, и мы сохраняем наши армянские традиции. Я рад, что пришел с родителями, мне здесь очень весело. Праздник мне очень сильно понравился тем, что тут можно сдружиться со всеми, то есть провести время с душой. Спасибо всем организаторам, что устроили этот праздник. Главный символ праздника Вартхавар – роза. Ее лепестками освещают ритуальную воду. А также в этот день святят плоды яблок, поэтому на праздничном столе мы видим обилие лепестков роз и веток с яблоками. Священным угощением в такой большой религиозный праздник является матах – мясо барашка, которого приносят в жертву в благодарность Богу за ниспослание благополучия или избавление от невзгод. Лилит Саакян, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».